Игрушка овечка. Здесь будет использовано 3 ведра фетра, цвета фетра. Много деталей. Вот наша овечка. Какая симпатичная. Значит, белый фетр, розовый и вот такой вот телесного цвета. Я подготовила все выкройки. Вот, значит, будут белые. Это основа головы, лапки и ручки. Из ярко-розового тела ушко и бантик. И из телесного фетра мордашку саму. Вот так у меня все получилось. На белом фетре и на светлом очень удобно рисовать очень острым карандашом. Поэтому для работы не ленитесь его хорошо затачивать. Тогда белые изделия после того, как вы их вырезали, будут чистыми.